Ну, еще хотелось бы, чтобы в наш 21 век, век прогресса, демократии, свободы слова, все-таки на экранах было меньше колдунов, чародеев, экстрасенсов. Все-таки должны люди понять, что не от Луны, а от Создателя Луны зависит то, что с нами будет. И от нас, грешных, тоже. Двадцать первый век за бортом. Наш корабль идет ко дну. Может быть, и я воскресну. И воскресну, и спою. Ну а пока на экранах чародеи. Звезды служат колдуну. Обезьяна перевертыш проповедует Луну, чтоб о будущем заботу возложили на свинью, доверяясь гороскопам, рыбам, ракам и козлу. Да ну к черту, плюну, выну и уйду с лотом к Богу в горнюю страну, в горнюю страну. Выну и уйду. 21 век за бортом, наш корабль идет ко дну. Николай и Александра, как в 17-м году, мы совсем забыли Бога, доверяя колдуну, доверяясь гороскопам, рыбам, ракам и козлу. Но тот, кто жаждет, скоро к вам приду и царской властью небо отворю. Небо отворю в горнюю страну по причине беззакония. Чести нет и нет любви, благородство растоптали, монархию сожгли. Но тот, кто жаждет, скоро к вам приду и царской властью небо отворю. Небо отворю в горнюю страну. Александра, я за всю святую Русь, опускаясь на колени, распинаюсь и молюсь. Но тот, кто жаждет, скоро к вам приду и царской властью небо отворю, небо отворю.